У нас новая маленькая девочка. Говорят, ее покусал питбуль. Тварняжечка. Рана, конечно, жуткая. Опять жуткая рана, очень тяжелая. Но загоняй. Сейчас загоняем мазь. Малышка у нас уже несколько дней. Видео решили сделать сегодня. Потому что вроде ребенку становится полегче. И даст Бог, все будет хорошо. Малышка покусана со всех сторон. Передние лапки покусаны. Покусан один бочок. Сейчас повернем на другой бочок, чтобы обработать. Там то же самое. Там еще хуже. Придавливаем. И переворачиваем малышку. Так. Вот так. Давай, солнышко. Она очень терпеливая. Очень хорошая девочка у нас. Очень умничка такая. Ложись, деточка. Ложись, моя хорошая. Ложись, ложись. Дай мама поможется. Ну-ка, стой. Тихо, девочка. Тихо, моя солнышко. Тихо, тихо, тихо. А вот с этой стороны вообще кошмар. Две огромные дыры. Очень тяжелые, дыры. Да, промывать приходится и перекисью, и диоксидином, и всем чем угодно, потому что очень сильно глубокие и гнойные, сильно гнойные раны. Сильно гнойные. Уйдет на сковородке сидим. Нет, двое нет, все. Все хорошо. Ой, Господи, Боже ты мой. Бедная детюшечка. Бедная, бедная дитя. Так, сейчас. Рана сквозная. И там, и там, и там, и там. Такие раны никогда не зашиваются. Глубокие, открытые раны. А малышку зашили. И, как всегда, это зашили в Ельце. Я не представляю, что там за врачи работают. Коновалы или идиоты. Прости меня, Господи. Но это опять малышка из Ельце. И вот так ее там позашивали. Нам пришлось все швы вскрыть, потому что это были просто гнойные мешки. Все здесь очень твердое, очень тяжелое. Вообще твердое все. Ну вот за что такую крошечную малюсенечку? Все. Мазь смешиваем АСД с левомиколью. И все. Да-да-да. И все будет у нас хорошо. Ой, Господи, не могу я. Очень тяжелая малышка. Очень тяжелая. Малышку зовут Одри. Все. Фонарик. Осторожно, котик. Осторожно, деточка. Я держу, держу, держу. Все, мое солнышко, все, мое хорошее. Вот так, все. Салфеточку и завязываем. Малышка умничка, она не трогает, не слезает. Антибиотики мы ей колем. Все. Опоночки она ходит закрытая. И все это держится у нее. Перевязку делаем один раз в день, потому что больше не надо. Лишний раз тревожить рану. Покажи, деточка, морду. Какая морда красивая. Красивая. Что-то в последнее время мне собаки стали попадаться вот такие. Один глазик черный, один белый. Да, детка, все будет хорошо. Малышка ростом всего 30 сантиметров. Она очень крошечная. И девочке уже где-то лет 6. Ну вот, теперь, надеюсь, мы ее вылечим. И малышка обретет хороший дом и семью. Все, Наташа? Да, сейчас ну, таблетки, все. Уколы. Таблеточку и укол. Давай-ка малышке на ручку покажу. Вот такая девочка. Все у нас.